Этот бой, но не получается. Да. Внедряется большой батальон. Марш! Извините, ребята, это Бачинскому Силавину. Третий раунд, Алла Борисовна. Так, вы написали там все. Да, не смотри пока. Да, да, все не смотрю, не смотрю. Вы написали, я сложил бумажку. Итак, четвертый раунд. Конечно, ребят, четвертый раунд, я оговорился. Надо же, 5 раундов дали. На потребу зрителя, а им-то как тяжело. Нет, все-таки у меня полное ощущение, что Журавлев себя сдерживает. В нем есть вот это не только мужское бесстрашие, но какая-то мужская, ну, не знаю, порядочность, что ли. Они все очень галантны, я с вами согласен, но все-таки бьют-то друг друга по-настоящему. И не откажутся друг друга завалить, если получится такая. Ну, это да, да, но я так думаю, что... Ой, ладно, посмотрим. У них 8 лет разницы в возрасте. Да не надо ему такой псевдоним, а такой... Название спектакля, как «Струя крови». Вот опустил струю. Ну, Володя ударит страшно. Бьет как он копытом правый, если попадет. Другое дело, что он наверняка физически, конечно, хуже, потому что, ну, 2,5 недели он пропустил. У него была температура за 40. И хотя Алла Пугачева говорит, что бокс и сцена, они таковы, по сути, своей энергетические, что, выходя на ринг даже с температурой или на сцену, ты ее не чувствуешь. Но организм же не обманешь. Обманешь. Мы сами разделились, потому что я в данном бою, значит, за Журавлева, за Эпифанцева. Поэтому я должен сейчас болеть за Журавлева. Так. Болейте, болейте. Четвертый раунд заканчивается. Останется последние 1,5 минуты. Журавлев, давай, кричит Алла Пугачева.